Зарулил туда во дворы, как вас увидел. Проверьте его, пожалуйста. Он что-то вообще неадекватно чувствует. Ну что, нет у вас ничего, да, я так понял? А откуда ехал? Вот, живу. Откуда ехал? Да блин, вот, буквально, вот, отцу, буквально вот отцу. Хватит. У нас есть свидетель, что уехали по... От 9 января. От 9 января. В смысле по 9 января? По 9 января, в прямом смысле ехали. Я не ехал по 9 января. Без документов. Вам, по-моему, у вас есть доказательства? Да, видео. Видеофиксация. У вас есть доказательства? Да. Есть. Сотрудники полиции потом предоставят. Я вообще не ожидал, чтобы кто-либо вообще остановил. Это ты молодец, логично, конечно. Логично, да. Красавчик, просто вроде, едешь. Вроде. У нас полгорода не ожидает. Останавливают, и так удачно. Ну нет, говори сразу, нет. Да блин, не могу найти, вот, командир, ну нет. А скажи, выпивал что-нибудь сегодня? Я просто... Хотел прокатить? Да, ну я у него, как бы, сказать. Я честно скажу, у меня есть подозрение, что ты в состоянии алкогольного опьянения. Вот почему-то, не знаю. Да. Я ошибаюсь? Ты, сука, напился, блядь, я сейчас потом рассказываешь. Блядь. Давай нахуй быстро. Часы и звонит. Возможно, да. Да, вы ошибаетесь. Мы сейчас находимся на строителей, дом 22. Ждем сотрудников ДПС. А что хочется сказать? Огромно выражаю благодарность сотрудникам ППС. Те сотрудники полиции, которые остановили... Очень оперативно отреагировали на наше сообщение. Четко, быстро прибыли и задержали. Красавцы. Приятно, на самом деле. Так, а сейчас мы видим, как сотрудники полиции приехали. И так оказалось, что водителя нет при себе вообще никаких документов. Ни на автомобиль, ни удостоверяющую личность, никаких. Сейчас его повезут в отдел. Ну вот, водителя скажу так. Несет таким перегаром, я даже просто не представлял, что так может так человека пахнуть, это ужас. Сотрудники полиции вернулись непосредственно с гражданином, они увозили в отдел. Личность гражданина установлена, был гражданин освидетельствован, были приглашены понятые. Состояние опьянения установлено. 1 миллиграмм на литр вдыхаемого воздуха, то есть приличный результат. Водитель вел себя спокойно. Тихо, не буянил. До новых встреч. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города.